сельском хозяйстве очень много ручного труда, но этого не избежать, а значит необходимо сделать его более легким. Предприятие ИП «Бессонов» представляет вашему вниманию новейший продукт, который облегчит ваш труд. Копать картошку легко. Универсальная картофелекопалка. Уборка корнеплодов всегда дело достаточно тяжелое, и постоянные наклоны к земле не добавляют здоровья и бодрости, особенно людям пожилого возраста. Последствия всем, кто хоть раз собирал картофель, морковь или свеклу, хорошо известны. Ноющая боль в спине, руках и, конечно, общая усталость организма. Но зачем всем нам работать по старинке, лопатой или вилами, если мысль инженерная не стоит на месте? И вот уже сотни огородников пользуются новым чудесным инструментом – универсальной картофелекопалкой. Этот чудесный инструмент решает очень много задач, но главная его задача – это облегчить ваш труд по уборке картофеля и корнеплодов. Что же такое универсальная картофелекопалка? Это легкая, меньше 3 кг, удобная и разборная конструкция, представляющая собой поворотные вилы с шириной захвата 30 см. Работать с ней легко и просто. Вы ставите ее рядом с кустом картофеля, утапливаете зубья в землю и нажимаете ногой на верхнюю дугу. Вилы поднимают плоды картофеля на поверхность, при этом земля осыпается вниз, оставляя на вилах только картофель. При этом картофелекопалка не режет и не портит клубни и корнеплоды, так как вилы подходят под них сбоку и снизу. Легко, просто, а самое главное, что здоровье в порядке. А теперь несколько слов о дополнительных возможностях картофелекопалки. Не спешите после уборки картофеля убирать ее в сарай. Картофелекопалка, кроме всего прочего, еще и чудесный рыхлитель – культиватор. С ее помощью можно легко и быстро подготовить к посадкам любую грядку. При этом вы работаете совершенно не испытывая ни малейшего напряжения в спине и руках. Эффект от лопаты, конечно, большой. Руки устали, уйма проблем со спиной. Картофелекопалка здоровье не тронет, нервы в порядке и тело не ноет.